Дорогие друзья, добро пожаловать на наш канал. И сегодня мы снимем для вас обзор очень хорошего магазина спортивной одежды. Здесь представлены марки всемирно известных брендов, такие как Salomon, Jack Wolfskin, Marel. Ну, вы, в принципе, Skechers One можете сами посмотреть. У нас очень мало магазинов, где можно найти такую обувь и таких производителей. Поэтому сейчас покажем, что можно здесь приобрести не только обувь, но и одежду. И спортивный инвентарь. Да. Профессиональный. Да, все здесь. И скейтборды, велики, ролики. В общем, для тех, кто занимается спортом. И вот тут еще написано, что здесь экстремальная пятница. То есть по пятницам здесь есть скидки 20, 30, 40, 50%. Видимо, всегда они разные. И различные производители. Поэтому... Насчет сайта мы на самом деле точно не можем сказать, есть он или нет. Но если вы хотите что-то заказать, мы в принципе можем приехать. Есть вот сайт. А, есть? Да. И Инстаграм у них есть, и Фейсбук. Так что можете зайти. Смотреть. Да, возьмите себе на заметку. Ну, обувь Skechers у нас есть в принципе магазин, поэтому особо долго показывать ее не будем. Можешь просто показать, да. Давай с Азиксов начнем. Давай. Это новые модели. Цена 2700. Все цены показывать не будем. 1000 лир со скидкой. Покажем просто ассортимент в основном. Можно все посмотреть на сайте. 1750. Нормальные цены. Кстати, Asics есть тоже официальный сайт. Я уже там пока заказывала неоднократно товары. Упала. Оторвалась бумажка. 2200. Ну что, вот это очень крутые кроссовки серии Gore-Tex. Да. Все утепленные, непромокаемые. Это для скалолазов. Да, для спортсменов. Они всегда стоят недешево. Salomon, кстати, вот фирма. У нас хотели оптом закупать, но так как моделей у нас было не очень много, и не всегда есть новые модели, а клиент просил именно новые, самые модели. Поэтому... Можешь не поднимать, я просто покажу, давай, какие есть модели. Если что, на сайте официальном можете посмотреть, ознакомиться. Если вам что-то приглянулось, сделайте скрин понравившихся вам моделей. Также есть сандали все различные. Сейчас, кстати, на скидке 840. Производитель Merrell. Честно, я такого даже особо и не знаю. Хороший, удобный. Да. Так, возвращаемся дальше к производителю Salomon. Там есть даже совсем высокие. Это зима, 100%. А внутри тепленькие, да? Но они, наверное, они термо. Термо. Угу. 5500. Как вы видите, выбор огромнейший. Вот это Merrell. Merrell тоже, я думаю, классное качество. Ну, интересно, чье производство? Ух, такие они внутри прикольные. Вьетнам. 990. Эти оранжевые классные. Я даже не знаю, что это за покрытие сверху. Симпатичное. Это мужская пошла? Вот тоже здесь специальные стелечки. Подошва. Скидка на нижний 20%. Здесь все для спорта, и это профессиональное, мне кажется, больше. Jack Wolfskin. Дальше. Все, покажем, давай. Цена 3650 до минус 30 градусов выдерживает. Здесь без меха просто утеплено. А вот эти сколько? Вот эти. Эти? 3150.
Могу сказать, что с мехом кожаные будут стоить дороже. Они прям здесь тепленькие-тепленькие. Угу. Пудра цвет. Кампер. Ну, это, наверное, все-таки весна. 4200, но они не теплые, да. Гортекс. Угу. Это тоже серия Гортекс. Легенькие такие вообще. Ванс. Угу. Это уже кеды пошли. Ну, фирму Ванс, в принципе, можно все знают, найти. Да. Давай для интереса, вот у нас такие недавно спрашивали, сколько стоят вот эти... 1340, как и других спортивных магазинов. А что это за фирма? Какой-то DG. Тоже у нас покупали такие кроссовки. Стоимость 1950. И есть подростковые, детские сапожки. Терма 1900 на девочку. Тоже Мерл. Резиновые сапожки. Клевые. 550. Большой. Давай покажем куртки вот с этой стороны, все различные. Для горнолыжников. Джек Вольфскин. Ну, это тоненькая, да, термо? Это тонкая. А вот этот пуховик стоит 4,499. Вот такого плана есть модель. Это типа Колумбии, мне кажется, да? Такого плана. Это женский вариант. Теплая, кстати, это тоненький пуховичок. А это уже видно больше термо. Это непромокаемый. 4800. Ткань. Плащевка. Угу. Пойдем дальше. Тут продолжение Джек Вольфскина. Жилетки, куртки. Выбор большой. И производители все смешаны. Quicksilver. Даже есть повседневная одежда. Кто увлекается сноубордами? Доски. 14500. Можно не озвучивать, я просто покажу. И отдельные ботинки. Стоимость 4700. Это только, наверное, вот это. А это идет. Плюс еще крепление, да. 8200. Не дешевый вид удовольствия, да, вот есть за 6, цены разные. Лыжи. Тоже. Вспомни лыжи в нашем детстве. 12. Сейчас смотрю, какие они. Это, наверное, специальный, профессиональный, да, закрепленный, да, носик такой. Тут и что-то регулируется. И сколько стоит пара? Это она по одной, что ли, продается? Я думаю, что да. 9. Вряд ли парой продается. И вот обуви просто огромный выбор. Вообще супер магазин. Для тенниса тоже очень много ракеток. Огромные. Сумки. Вот пуховики женские. Тоже Джек Вольфскин. Давай покажем. Классные повседневные пуховички. Давай. 850.
Это другая ткань. 6400. Это стоит 6400. 6400. Да. Цена, конечно, не дешевая, но какие-то комбинезоны. 5800. Рубок. А это зачем? Чтобы проветривалось? Ну, спортсмены знают, зачем это нужно. Штаны, брюки. Пойдем. Я здесь. CPX Apple şimdi yayında. 1200 Netsunan yeni mobil uygulaması dünya çapındaki markaların en yeni ürünlerini keşfetmeye Quicksilver такая куртка 5399. Расцветок много. Яркая. Белая такая. Нет цены. Ну, красивая. А что за фирма? Тоже Quicksilver. Quicksilver, но нет цены. Ну, тут, наверное, горнолыжные костюмы, да? Да. Кстати, у меня недавно кто-то спрашивал, детский комбинезон. Я говорю, даже не знаю, где найти. А тут на есть. На самом деле, детские комбинезоны в России выбор большой. Какой теплый. 2400. То есть такого плана. Пошли. Штанишки есть, верх есть, низ. В общем, можно здесь полностью все купить. Спортинвентарь, одежду и вся экипировка. Я помню. Очки. Каски. Варежки 1100-2200. Такая тигр или лев 160 лет. Специальные очки Уокли. Специальным покрытием. И сколько стоит эта прелесть? Нет цены, да? Тут есть. Тут есть. 2640. 1040. 2-3. Скейт-доски. Скейт. Они тяжелые. Профессиональные. Цены нету. А, вот, на другой есть. 2700. В школу выехал и поехал. С утра пораньше. Доски, смотри, какие. Это тоже для спортсменов интересно. 80 лир. Гамбургеры, чизбургеры. Часы есть. $2300. Так, вон даже есть за 12. Ксюш. Дорогие друзья, мы сделали для вас обзор магазина спортивной одежды, обуви и инвентаря. Если у вас есть какие-то вопросы, прикрепим ниже ссылочку. Переходите по ссылочке, смотрите, какие товары есть в наличии. Делайте у нас заказы, с удовольствием вам все выкупим и доставим к вам домой. Ваша Лера и Ксюша.